Гороскоп на 19 октября 2023 года для всех знаков зодиака. А перед началом, чтобы не пропустить наш новый гороскоп, прошу вас, подпишитесь на наш канал и нажмите на колокольчик. Приятного просмотра! В четверг для Овна благоприятный день для общения с близкими людьми, укрепления связей. Вы получите поддержку, в которой нуждаетесь, хорошие советы и помощь. Можно договариваться о каких-то общих планах, обсуждать будущее. Не исключены встречи со старыми знакомыми, возможно, возобновление отношений, которые когда-то были важны для вас. Во второй половине дня возможны хорошие новости. Скорее всего, касаться они будут не вас лично, а кого-то из близких. Вы будете очень рады за них. Не исключено, что решатся какие-то семейные проблемы, которые долго не давали вам покоя. День не лишен проблем и трудностей, но вы встретите их в полной боевой готовности. Быстро найдется выход из затруднительного положения, а решение, которое вы примете, руководствуясь интуицией, окажется верным. Можно делать небольшие покупки, в том числе незапланированные, тут чутье вас не подведет. Не исключены трудности в общении, в особенности, с представителями старшего поколения. Вы склонны бунтовать против авторитетов, доказывать свою правоту вопреки всему, оспаривать общеизвестные истины. Вечером может ухудшиться самочувствие, вероятно, бессонница. Личный гороскоп. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Вероятно, неприятные новости, которые смогут вывести вас из равновесия, изменив настроение или самочувствие в худшую сторону. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Овен. Возможно, что у Овна на производстве произойдут масштабные перемены. Начнется все со смены начальства, а закончится сокращением сотрудников. Если вы сам руководитель компании, то будьте внимательнее с подбором персонала. Гороскоп не рекомендует Овну быть излишне строгим. Любовный гороскоп на сегодня для Овнов. Сегодня звезды советуют Овнам быть внимательнее. Не стоит начинать важные дела, а если приходится, то делайте это с самого утра. Необходимо быть сосредоточенным, поскольку возможны некоторые неожиданности, проблемы с техникой и непредсказуемым поведением близкого человека. В четверг, тельцы, если вы беретесь за какое-то важное дело, будьте предельно внимательны и серьезны. Допущенные сегодня ошибки могут обойтись дорого. Не исключено, что придется совершенно неожиданно менять планы, отказываться от встреч, которых вы долго ждали. Возможны разногласия с любимым человеком, споры из-за пустяков, взаимные претензии и обиды. Трудно будет договориться о чем-то важном, поэтому запаситесь терпением. Старайтесь не думать о неприятных событиях прошлого, такие воспоминания могут надолго испортить настроение. Для вас этот день складывается очень удачно. Появляется возможность доделать начатое раньше, реализовать какие-то новые задумки. При этом придется обойтись без помощи союзников, но и в одиночку вы добиваетесь отличных результатов. Не исключены затруднения в поездках, однако вы легко найдете оптимальный выход из сложных ситуаций. Вероятно, удачные приобретения, возможны подарки и сюрпризы. Воспользуйтесь шансом привести в порядок финансовые дела. Есть шанс заключить выгодную сделку или принять предложение, обещающее большую прибыль. Личный гороскоп. Звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Постарайтесь быть сегодня экономным, так как ваши затраты окупятся очень нескоро. Вы рискуете потерять деньги. В целом же конец недели благоприятен для вашего финансового положения. Проявится множество ваших талантов, в том числе и организаторский. Мелкие недоразумения могут испортить вам настроение. Отвлекитесь от мрачных мыслей, устроив себе небольшой праздник. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Телец. Телец столкнется на жизненном пути с массой проблем. Оказывается, не все вопросы можно решить при помощи таланта, опыта и силы. Многие моменты на работе и в личной жизни будут зависеть от внутреннего настроя тельца. Будьте упорнее, уступчивее и не занимайтесь самоедством. Гороскоп «Дом» на сегодня. Ваш путь не будет усыпан розами, но к трудностям вам не привыкать. Все на свете подвластно вашей гениальной работоспособности, упорству и практичному уму. Избегайте подозрительности и избавьтесь от неверия в себя. Негативные установки ведут к разочарованию. Любовный гороскоп на сегодня для тельцов.
Общая атмосфера дня для тельцов будет благоприятной. Однако не исключены мелкие неожиданности, сюрпризы или необычное поведение родного человека. Сегодня вы получите удовольствие от того дела, которое раньше у вас вызывало неприязнь. В четверг дела идут не так хорошо, как хотелось бы. Возможно, мелкие недоразумения, задержки, из-за которых не удастся вовремя довести начатое до конца. Вы нервничаете, это мешает общаться с окружающими. Вам трудно забыть о делах, расслабиться, уделить внимание дорогим людям. Старайтесь не допускать открытых конфликтов. Если они все же возникнут, договориться будет трудно. Если вы будете терпеливы и дружелюбны, то серьезных проблем удастся избежать. Помните, что влияние негативных тенденций не будет долгосрочным. Стоит лишь немного подождать, и все уладится. Спокойный день, не лишенный маленьких радостей и приятных сюрпризов. Некоторые представители знака получат хорошие новости. Если вы сосредоточитесь и настроитесь на серьезный лад, то сможете справиться не только со своими, но и с чужими проблемами. Вторая половина дня подходит для общения с друзьями. Вы легко находите с ними общий язык, придумываете развлечения. Интересные для всех, можете ободрить того, кто пал духом. Не забудьте уделить внимание любимому человеку, поскольку он будет нуждаться в вас больше, чем обычно. Личный гороскоп. День благоприятен для любых начинаний, для занятий спортом и любой физической работой. День полон также новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. Постарайтесь быть сегодня экономным, так как ваши затраты не окупятся. Покровительство Венеры принесет вам некоторую пользу, но может появиться желание пойти на поводу своих страстей, что станет источником многих неприятностей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Близнецы. Близнецы почувствуют себя сегодня истощенными морально и физически. Может быть, дело в сглазе или снижении энергетического уровня. Обратитесь за поддержкой к родственникам, которые помогут разобраться в душевных перипетиях. Гороскоп советует исключить из продуктов мясо, молоко и мучное. Гороскоп «Дом» на сегодня. День борьбы с негативными влияниями, которые особенно сильны. Болезнь данного дня свидетельствует о проявлении родового проклятия и требует серьезной системы лечения. Залог быстрого и успешного лечения – помощь близких, сочувствие, участие родных. Научитесь принимать человека таким, каков он есть, и вы скоро поймете, что мир состоит не только из неудачников, зануд и скряг. Любовный гороскоп на сегодня для близнецов. Близнецам сегодня будет трудно придерживаться намеченного графика или плана, поскольку возможны непредвиденные ситуации. Вам, вероятно, захочется усовершенствовать или изменить что-нибудь в своей жизни. В четверг раки, будьте внимательны и прислушивайтесь к тому, что говорят другие. День принесет ошибки и потери, если вы будете упорствовать в своих заблуждениях. Пришло время проверить, истинна ли информация, которую вы привыкли считать верной. Не исключено, что вы измените взгляд на многие вещи, к которым давно привыкли. Избежать разногласий с окружающими вам помогает гибкость и способность к компромиссу. Вы готовы выслушать чужое мнение и принять его к сведению, стараетесь никого не обижать, даже если порой сердитесь. Непростой и весьма напряженный день. Расслабляться нельзя. Стоит вам хотя бы на минуту ослабить контроль над ситуацией, и все пойдет не так, как было задумано. Эмоциональный фон неблагоприятен. У многих раков часто меняется настроение. Некоторые представители знака могут сердиться и огорчаться из-за пустяков. Важны поддержка и понимание близких людей. К счастью, они будут на вашей стороне, охотно поддержат идеи и инициативы. Ваша задача – искренне рассказать о своих тревогах и желаниях, не пытаться спрятать проблемы за остроумными шутками. Личный гороскоп. Желательно быть сегодня экономным, так как впереди непредвиденные расходы. Вовсе не обязательно отказывать себе во всем, но тратить деньги по пустякам не стоит. Все будет, в общем, неплохо, если не считать мелких недоразумений. Отвлекитесь от мрачных мыслей, доставив себе маленькое удовольствие. Не рекомендуется делать тяжелую работу, перенапрягаться. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака «Рак». Сегодня раки будут полны уверенности в том, что удача никогда не покинет их. Конечно же, такая надежда не помешает, но больше верьте в свои силы и возможности. Вам следует опираться не на интуитивные подсказки, а на собственные знания. Выгодные проекты не откладывайте на потом.
Гороскоп Дом на сегодня. Некоторым ракам покажется, что отныне они всегда будут мыслить столь же плодотворно, что они на долгие годы будут обеспечены золотым запасом блестящих проектов, которые только и ждут своего часа. Не стоит на это твердо рассчитывать. Расположение звезд, которое сулит вам сейчас столь блистательную интеллектуальную деятельность, случается довольно редко, а это значит, что в свой срок светило изменит положение, чтобы окатить волной вдохновения кого-то еще. Любовный гороскоп на сегодня для раков. Сегодняшний день для раков обещает быть весьма непредсказуемым и тревожным. Возможно, непредвиденные случаи в пути. Однако звезды советуют не пасовать, поскольку вы сможете подстроиться к любой ситуации, вот только за результаты они не ручаются. В четверг эмоциональный фон дня будет очень неровным. Иногда вы сердитесь и волнуетесь из-за пустяков, а в сложных ситуациях удивляете окружающих непоколебимым оптимизмом. Чаще обычного возникают споры, может быть трудно поладить с близкими. Стоит проявить уступчивость, настаивая на своем в мелочах, вы рискуете потерять в главном. Нежелательно делать покупки и заключать сделки. Там, где дело касается денег, вы склонны проявлять легкомыслие, которое сейчас может оказаться очень опасным. Не доверяйте тем, кто обещает слишком многое. День будет беспокойным и, скорее всего, сложится совсем не так, как вы ожидали. Придется резко менять планы, переносить назначенные встречи, откладывать дела, которыми вы рассчитывали заняться. Появятся новые задачи, решение которых потребует серьезных усилий и займет немало времени. Вероятно, споры с близкими. Вам удастся избежать серьезных конфликтов, хотя это будет непросто, особенно во второй половине дня. Старайтесь оценивать свои идеи критически. Доверяйте не внезапным озарениям, а здравому смыслу и жизненному опыту. Личный гороскоп. Вероятно, неприятные новости, которые могут вывести вас из равновесия или заставить пересмотреть свои отношения с некоторыми из окружающих вас людей. Не исключено, что придется откорректировать долгосрочные планы или взвалить на себя дополнительные обязанности. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Лев. Гороскоп предсказывает Льву трудный день, когда придется столкнуться с ошибками и разочарованиями. Внимательно оформляйте документы и не вкладывайте деньги в сомнительные проекты. Льву не следует заниматься спортом и перенапрягать организм. Все это чревато травмами и нервными срывами. Гороскоп «Дом» на сегодня. Настроение Львов сегодня будет изменчивым. Вероятно, невнимательность, ошибки в финансовых операциях, оформлении договоров, соглашений, судебных исков. Вовремя оформляйте нужные бумаги и документы и, обсуждая профессиональные дела, учитывайте пожелания партнеров и коллег, но не идите у них на поводу. Избегайте чрезмерных физических нагрузок и попытайтесь пораньше лечь спать. Любовный гороскоп на сегодня для Львов. Звезды советуют Львам начинать запланированную работу, требующую максимум концентрации, с утра. Для новых начинаний сегодня весьма неподходящий день. Будьте также осторожны с покупками, поскольку их качество может оказаться сомнительным. В четверг, Девы, в начале дня старайтесь избегать острых дискуссий, не обсуждать вопросов, из-за которых у вас раньше возникали разногласия с окружающими. Стоит сосредоточиться на том, что полезно именно вам и вашим близких. Лучше не витать в облаках, а сосредоточиться на решении практических задач. Справиться с ними окажется нетрудно. Вечер – прекрасное время для романтического свидания, отдыха в обществе любимого человека. Вам будет о чем поговорить и чем порадовать друг друга. Будет шанс восстановить какие-то старые связи, помириться с теми, с кем вы были в ссоре. День складывается очень хорошо. Будет возможность не только реализовать давние планы, но и воплотить в жизнь те идеи, которые неожиданно придут вам в голову. Правда, действовать придется быстро, но это вас ничуть не смутит, поскольку вы совершенно уверены в успехе всех своих начинаний. Вы сможете найти достойное применение своим предпринимательским способностям, заключить выгодные сделки или дать старт какому-то перспективному проекту. Вторая половина дня принесет интересные знакомства. Новые отношения могут развиваться как в деловом, так и в романтическом ключе. Все зависит только от вас. Личный гороскоп. День полон новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах. В любом мероприятии сегодня не рассчитывайте на помощь со стороны,
ведь только вы сами сможете помочь себе. Вечером посидите в кругу семьи. Вам лучше собраться с мыслями. Гороскоп «Жизнь» — знак зодиака Дева. Дева будет искренне рада тому, что ситуация с деньгами и капиталовложением сложится удачно. Вам предстоит работать в коллективе, а не в одиночку. Но это даже к лучшему, ведь так вы быстрее придете к намеченному результату. Дева может решать вопросы недвижимости и наследства. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вероятно, с коллегами вы неплохо сработаетесь. Вам удастся объединить усилия всех членов коллектива и создать сплоченную команду. Финансовая сфера будет для вас исключительно благоприятной. Несмотря на то, что вы ответственно подходите к финансовым вопросам, следует внимательно рассмотреть предложения об инвестициях, покупке недвижимости, страховании имущества. Любовный гороскоп на сегодня для Дев. Сегодня Девы будут подвержены игривому настроению, и некоторые ваши эксперименты будут весьма полезны. Однако реакция окружающих на ваши действия будет так же неоднозначна, как и ваше поведение. Звезды не советуют начинать сегодня дела, связанные с публичными или официальными действиями. В четверг у Весов сложный день. Часто возникают разногласия. Недавние союзники могут стать соперниками, а люди, которые прежде были на вашей стороне, сейчас будут настроены критически. Ссора из-за пустяка может перерасти в серьезный конфликт, если не принять мер вовремя. Нежелательно принимать важные решения, касающиеся работы и бизнеса, денег и ценного имущества. Лучше всего этот день подходит для отдыха. Можно отправиться в небольшую поездку вместе с друзьями. Новые впечатления будут вам полезны, смена обстановки вдохновит. День неоднозначен. Вы то очень заняты и ни на секунду не можете отвлечься от дел, то вынужденно бездельничаете, дожидаясь, пока окружающие выполнят обещания, которые опрометчиво дали. Интуиция подсказывает, что и когда лучше делать, поэтому ваши усилия почти никогда не пропадают даром. Очень хорошо складываются отношения с любимым человеком. День отлично подходит для романтических свиданий. У вас будет возможность улучшить свое финансовое положение. Есть шанс осуществить самые смелые планы, касающиеся покупки или продажи ценного имущества. Личный гороскоп. День предполагает новые встречи, неожиданные знакомства. Возможно, вы столкнетесь на своем пути не с мнимым, а с настоящим противником. Вероятны непредвиденные траты. Постарайтесь быть сегодня экономными. Во второй половине дня возможно улучшение ситуации. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Весы. Гороскоп рекомендует Весам обратить пристальное внимание на свое финансовое положение. Если вы и впредь будете слишком расточительными, то останетесь без накоплений. Подходите ко всем вопросам разумно, а не по наитию внутреннего голоса. Вкладывайте средства в стабильное предприятие. Гороскоп «Дом» на сегодня. Сегодня чувства Весов могут быть обостренными. Многим будет не хватать здравого рассудка, простоты, прагматичности. Одна из главных ваших целей – материальная стабильность. Воспитывайте в себе чувство меры. Учитесь распоряжаться капиталом, вкладывать деньги в то, что приносит прибыль. Любовный гороскоп на сегодня для Весов. Сегодня Весам звезды советуют быть внимательнее. На работе, вероятнее всего, вы найдете какие-либо несоответствия в планах. Также возможны неприятные сюрпризы, например, отключение электричества. В частной жизни будьте осторожны при получении медицинских услуг и при покупке лекарств. В четверг всеми важными делами сегодня лучше заниматься самостоятельно, не рассчитывая на поддержку и советы. Даже самые надежные и проверенные союзники могут подвести вас именно тогда, когда вы этого меньше всего ждете. Проекты, с которыми в одиночку справиться не удастся, можно просто отложить. Не просто складываются отношения с самыми близкими людьми. Может казаться, что никто не уделяет вам внимания. Это не лучший момент для того, чтобы предъявлять друг другу претензии или выяснять отношения. Пройдет немного времени, и все проблемы останутся в прошлом. День будет беспокойным, но интересным. Вы остро реагируете на все, что происходит вокруг, порой принимаете близко к сердцу происшествия и события, на которые в другое время не обратили бы внимания. Снижен жизненный потенциал, возможно недомогание и обострение хронических заболеваний. Вечер категорически не подходит для важных дел. В это время у вас буквально все будет валиться из рук. Порой непросто найти общий язык с близкими людьми.
Вы делаете все возможное, чтобы избежать конфликтов и споров, но ваших усилий не всегда достаточно. Несколько изменит ситуацию к лучшему вовремя подоспевшая помощь старого знакомого. Личный гороскоп. Удачный день. Вы будете очень деятельны в профессиональной области, конечно, те, у кого это рабочий день, и вам захочется, не без основания, получить признание окружающих. Будьте последовательны и продумывайте каждый шаг. Действуйте медленно, но уверенно старыми, проверенными способами. Избегайте нововведений, на которые вас, возможно, будут подталкивать недоброжелатели. В личных отношениях все должно сложиться как нельзя лучше. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Скорпион. Скорпион будет много общаться с партнерами по бизнесу. Предстоит серьезный разговор с руководством и выполнение срочного задания. Будьте бдительны, чтобы не наделать ошибок в серьезных документах. В семейной жизни Скорпиона возможны ссоры. Держите эмоции под контролем. Гороскоп «Дом» на сегодня. Многим сегодня придется в неформальной обстановке решать деловые вопросы с коллегами, начальством, деловыми партнерами. При этом вероятны путаница и неясности в документах. Не лучшим образом сложатся отношения с супругом. Откажитесь от принятия важных решений, поскольку легко сделать ошибку. Любовный гороскоп на сегодня для скорпионов. Для скорпиона сегодня удачный день для изменения курса деятельности или некоторых его деталей. Возможно, вы познакомитесь с новыми системами работы или вспомните надежные старые. В четверг у Стрельца день сложный, но не безнадежный. Для урегулирования проблем требуется гибкость, уступчивость, готовность к компромиссам. И сегодня вы готовы проявить все эти качества. С точки зрения личных отношений день благоприятен. Вы покажете себя с лучшей стороны, уделите внимание близким, придете на помощь тем, кто в этом нуждается. Возможно, новое знакомство, которое получит приятное продолжение. Не исключено романтическое увлечение. С него могут начаться серьезные отношения, которые сыграют важную роль в вашей жизни. Едва ли удастся легко одержать какие-то важные победы. Готовьтесь трудиться в поте лица, если хотите добиться успехов. Сегодня удача чаще обычного улыбается вашим соперникам, но одержать над ними верх все же можно. Для этого придется прибегнуть к хитрости или воспользоваться каким-то необычным методом. Возможны споры со старшими родственниками, особенно серьезными будут разногласия, касающиеся имущества и финансов. Вы сможете отстоять свою точку зрения, если будете терпеливы и сохраните самообладание. Личный гороскоп. День благоприятен для любых начинаний в сфере профессиональных отношений, новых встреч, неожиданных знакомств, в связи с чем звезды предупреждают о непредвиденных расходах или душевном волнении. Покровительство мрачного Сатурна принесет вам некоторую пользу, так как у вас может появиться желание пойти на поводу у своих страстей, что станет источником многих неприятностей. День неблагоприятен для интимных отношений. Постарайтесь устоять перед искушениями, они могут значительно осложнить вашу жизнь. Не теряйте голову, задумайтесь над последствиями опрометчивых поступков. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Стрелец. Гороскоп предсказывает Стрельцу заминки в решении рабочих проблем. Не огорчайтесь раньше времени, ведь срок сдачи проекта назначен на следующий месяц. Стрельцу необходимо работать вместе с коллегами, а не уединяться. Тогда вы добьетесь высоких результатов и улучшите финансовое положение. Гороскоп «Дом» на сегодня. Вполне возможно, что даже небольшие затруднения в делах могут помешать Стрельцам довести свои проекты до конкретного завершения. Для достижения цели вам нужно объединять свои силы с другими людьми, привлекая их к совместным делам. Любовный гороскоп на сегодня для Стрельцов. Стрельцу сегодня будет сложно следовать дисциплине. Вас будет одолевать желание пойти против системы. Постарайтесь все важные дела решить утром, когда вы еще можете контролировать свое поведение. Вечером постарайтесь быть внимательнее к тому, что говорите. В четверг сосредоточьтесь на текущих делах. Слишком много думая о будущем, вы рискуете упустить возможность сделать лучше настоящее, облегчить жизнь себе и близким. Так что будьте наблюдательнее и старайтесь не упустить ни одной возможности. Этот день подходит для каких-то необычных дел, творческих экспериментов. Не бойтесь нарушать традиции. Эмоциональный фон нестабилен, но вам удается сохранять ровные и гармоничные отношения с близкими и избежать ссор.
Нетрудно будет догадаться о том, на что намекают окружающие. Некоторые козероги раскроют чужие секреты. На этот день не стоит строить грандиозных планов. Отдыхайте и наслаждайтесь спокойным течением жизни. Общайтесь с людьми, которые вам нравятся. Не рискуйте, если в этом нет необходимости. Строя планы, имейте в виду, что даже привычные дела могут отнимать больше времени, чем обычно, да и поездки, скорее всего, затянутся. Обратите внимание на то, как складываются отношения с близкими. Конфликтов и споров удастся избежать, если вы настроитесь на миролюбивый лад и покажете, что готовы пойти на компромиссы. Личный гороскоп. Неблагоприятное расположение звезд обусловит некоторую рассеянность, что помешает вам справиться с самыми обыденными задачами. Постарайтесь не проявлять активности в сфере профессиональной деятельности, вы рискуете до такой степени обострить отношения с коллегами или начальством, что исправить ситуацию будет крайне затруднительно. Делите внимание близким людям, детям, родственникам. Слезы и плач во сне или наяву – дурной знак. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Козерог. Оставьте свое легкомыслие и лень, а всерьез возьмитесь за работу. Козерогу стоит быть более ответственным и трудолюбивым, чтобы достичь успехов в профессиональной сфере. В этот день вы можете заложить фундамент на будущее. Если не исключите то, что мешает полноценно трудиться. Гороскоп «Дом» на сегодня. Звезды советуют быть собранными, ответственными, прилагать усилия, чтобы расчистить себе дорогу в лучшее будущее. Любовный гороскоп на сегодня для козерогов. Козерогам звезды не советуют сегодня начинать глобальные дела, поскольку вы можете использовать непроверенные данные. Лучше всего заняться внесением дополнений и изменений в уже существующие проекты. В четверг Водолея вы очень серьезно относитесь к любым делам, и это может стать проблемой. Капелька легкомыслия сегодня вам не повредила бы. Позвольте себе расслабиться, и вы увидите возможности, которых прежде не замечали. Вы склонны считать себя виноватыми в том, к чему не имели никакого отношения. Понятно, что это не лучшим образом сказывается на настроении. Близкие постараются развеселить вас, но едва ли им это удастся, если, конечно, вы сами не постараетесь взглянуть на жизнь более оптимистично. Старайтесь больше думать о настоящем и будущем, чем о прошлом. Не ждите от этого дня ничего необычного и выдающегося. Он будет складываться спокойно и ровно, позволяя вам заниматься текущими делами. Не будет причин для беспокойства и волнений, но и возможность добиться каких-то блестящих результатов едва ли представится. День неплохо подходит для учебы, причем желательно сосредоточиться на повторении, а не на разборе нового материала. Возможно, посещение светских мероприятий, многолюдных собраний. Новые знакомые не вызывают у вас интереса, и вы не считаете нужным скрывать это. Поэтому для начала отношений этот день не самый подходящий. Личный гороскоп. День благоприятен для занятий спортом и любой физической работой. Вероятны встречи с давними друзьями или родственниками, что приведет к непредвиденным расходам. Покровительство Венеры принесет в личную жизнь любовь и нежность. Водолеи будут склонны пойти на поводу своих страстей, что станет источником многих неприятностей. Гороскоп «Жизнь» – знак зодиака Водолей. Гороскоп не советует Водолею браться за несколько дел одновременно. Таким образом, вы ни одно из них не доведете до конца. Набирайте сил, терпения и энергии, которые понадобятся для новых идей. Повышайте квалификацию, чтобы утвердить себя как истинный мастер и улучшить финансовое положение. Любовный гороскоп на сегодня для Водолеев. Водолеям сегодня стоит придержать свое нестандартное мышление и сосредоточиться на точном исполнении обязательств, иначе хорошо начатое дело будет испорчено. В любом случае звезды советуют все важные вопросы решать в первой половине дня. В четверг у рыб день важных разговоров. Можно обсуждать вопросы, которые давно не дают вам покоя, обсуждать условия сотрудничества, искать новых союзников. Вам удается завоевывать доверие и расположение окружающих, производить благоприятное впечатление, ненавязчиво, но успешно настаивать на своем. Лишь там, где дело касается денег, могут возникнуть проблемы, если вы попытаетесь нарушить предварительные договоренности. К решению любых финансовых вопросов старайтесь подходить максимально серьезно. Тут легкомыслие недопустимо. День складывается отлично. Он одинаково хорошо подходит и для новых дел, и для завершения каких-то ранее начатых проектов.
Вы тонко чувствуете ситуацию, легко догадываетесь об истинной подоплеке тех или иных событий, на лету ловите чужие идеи, оцениваете их сильные и слабые стороны. Нетрудно найти общий язык с окружающими, вы прекрасно ладите и с близкими, и с новыми знакомыми. Возможно, новые романтические увлечения, не исключено и начало серьезных отношений. Личный гороскоп. Этот день удачен для восстановления утраченной гармонии с окружающими людьми. Возможно, что многие рыбы получат шанс успешно завершить начатые дела, наладить контакты с нужными людьми, что позволит иметь дополнительный временный доход. Во второй половине дня будьте готовы к приему неожиданных гостей. Любовный гороскоп на сегодня для рыб. Звезды не советуют сегодня рыбам проводить важные переговоры, поскольку вам будет трудно сосредоточиться на определенной теме разговора. Лучше всего заняться проверкой документации и внесением необходимых исправлений. Спасибо огромное, что остаетесь с нами. Отличного вам дня и до новых встреч!